Так вот у нас стоит полицейская машина. А сами полицейские, видимо, пошли в Макдональдс. Дружище, а? Товарищ, который на полосе встал, замечательно. А, это тоже замечательно, да. Вообще просто, супер, да? Вон я тоже замечательно встал. А, ну это не можно, они на задание приехали. Да? Они, да, они одели каски и пошли сейчас что-то выяснять там. Так что они имеют право. Тоже. Не, не имеют они никакого права, что делать. Сейчас мы... Вот это вот веселый товарищ там. Вообще класс, да? Сейчас разберемся. Полицейский! Вот не надо выбирать. Полицейский! Не видит. ДПС. Мы как переходили. Туда? Прям вниз. Здравствуйте. Вот хотелось бы наряд ДПС вызвать на Большую Черкасскую 4-5-4. Это там, где Макдональдс. 4-3. Тут машинка припаркована с нарушением ПДД и мешает проезду транспорта. Не, прям на перекрестке припарковали машину. Вот. Полицейская. Ну конечно, кто же у нас еще паркуется, парковаться не умеет? Конечно, сотрудники полиции. Госномер Ольга. Отлично. Здравствуйте, я не знаю, что у меня на справочное переключение. Мне справка не нужна. Спасибо. Да ладно,